продолжаем. Слушай. Эх, там пузырит. Где? Подожди. Давай, ПВП. Убил. О, подожди, мы разве не были? Тут сундук! Кто меня бьет? Чешуница! Еее! Портал? Да. Отлично. Ой, я кирку слом. Кирку выронил. Все, она у меня. Давайте уберем. Посмотрите, чего нам мешается? Сбивает нас с пути. Мы запутываемся. Блин, там узурит. Джек, это тоже узурит. Где ты? Наверху. Да, вон, видишь? Где крипер? Слева, где крипер? Где стрит? Или? Да, и смотри, и справа тоже, видишь? Пошли туда, компьютер. Мне кажется, там какой-то проход должен быть. А мне кажется, мы были. Мне кажется, мы только что оттуда пришли. И не заметили нас узрит. И там факелоши стоят. Не, мне кажется, мы просто не собрали узрит, собрали сам сундук. Ой. А! Нет! Вот. Вот. Портал целый. Я тебя как раз об этом и хотел спросить. Мне показалось, что они взорвались. Так, Жек, возьми себе вот такой нагрудник. Ой, смотри, как я одет. Ой! Ой, что такое? Да не, ничего. Потеря порталов закончилась потерей штанов. Так. Узурит где? Вот тут. Что, тут тоже узурит? Может, тут копать где-то? Мне кажется, узурит это просто как путеводитель в данном случае. Просто как вам показывает, куда нужно идти, сопровождает нас. А тут же, где мы узурит-то видели? Жека, стоп! Может, надо по течению подняться? Иди ко мне. Мне кажется, туда дальше нужно пройти. Нет, иди ко мне. А можешь вниз надо спуститься? Все по течению поднимемся. Там же узурит, помнишь, был? Мне кажется, этот узурит указывает на тот сундук, который мы нашли под этим строением. Тут же лазерит указан, как нам должно пробраться. Ой. Да ё-моё. Блин, я куда-то падаю. Ай! Это ты меня пострелил? Нет. Стой. А, сейчас отдохнусь! Ты выгляни из этого, выгляни из воды. Ай! Вот какой-то проход. Где? Сундук. Дай мне тоже, глянуть. Портал. Дай, ай, не забирай, хочу выглянуть. Хочу заглянуть, Еее! Подожди, ты взял? Можешь мне штанишки, пожалуйста? А, стоп, они у тебя есть? Штанов. А, не, тогда не надо, мы будем тебе просто... Штанов давай. Я думал, у тебя лишние. Так, погнали. Видишь, не просто так узурит тут сделан. Вот ты снайпер меня стреляешь, ах ты косё, на, получай. Ты цел. Стоп, у тебя, у меня два еще портала, хорошо. Ну, отлично. Смотри, еще алмазные ботинки, это что, мои, что ли? Алмазы мои! О, нифига себе. Они могли не заметить. Да, они вниз упали просто. Там еще стрелы валяются. Так, осматриваем тут все, узурит. 10 так. Алмазов, неплохо. Так, к тому узуриту пойдем или это? Так, по-моему, вот этот узурит указывает. Я думаю, да. Ладно, слушай, так, крипер. Бах! Хотя, не знаю. Да ё-моё, откуда они тут? Смотри, узурит! Сали. Ты уверен? Можно я проверю? Ты помнишь, где спавнер с паучками был? Да. Просто понимаешь, меня скинули, меня убили. А я не видел, что ты там делаешь, поэтому я хочу проверить. Господи. Так. Пока вот это шоу, я проверяю этот сундук. Ой, тут еще узрит. Блин, сломал, ничего нету. Так, Влад, я не понимаю по такому языку. Да, сундук пустой. Паузу поставить. Горы. Ладно, я поставлю на паузу. Все, мы продолжаем, господи. Тут уже нас обстреливают. Где он? А он у тебя. Ой. Фух. Сколько вас тут? Подожди, я где-то тут видел узурит еще. По-моему, он опять нас сбивает, и мы там опять были. Или мы тут не были, Влад? Где? Мне кажется, мы тут были. Ты где? А ты меня слышишь вообще, нет? А, вот, да, тебя слышно? Просто говоришь, как так вот я не слышно. А это та проклятая, не должны залезать сюда. Ты охренел! Я тебе сейчас зелье отравления кину. Не упадешь. Паду. Не надо. Я вооружен. Ой, извини. У меня стрела сбилась, и не стрельнул.
Все. Короче, Влад, может, мы тут все уже слезали в эту пещеру, нет? Кто можно выйти? Я думал, как-то в этой пещере мы все слезали, но это же только одна из многих. Крипера! Три крипера! Ты четыре! Ой! Еще крипера! Где же эти спавни стоят-то? Мне кажется, он как-то в землю спрятал далеко-далеко-далеко. Хотя как они спавнятся, раз они так далеко. Зомби с землями. Прицел! Ой. Ты! Снайпер. Ты не снайпер! Все, ты теперь не снайпер. Ты теперь... Какашкин. Какашкин? Что-то такое. Не знаю, все, пойдем сюда. Мы когда поднимались, мы слушали... Я слушал паука. Помощка! Наездник! Наездник! Ё-моё! Ой! Крипер, ты любишь взрываться? Зачем тут дали? Влад! Я собираю твои вещи! Я полный почти инвентарь! Собираю! Я залазил в сундук, беру алмазный меч. Влад, ты что тут же бьёт быстрее! Где кто? Влад, на! О, спасибо. И Влад, на. И на! Уходи! Ты меня не бей только! Это зомби такой сильный. Так, куда идём? Что мы усвоили из этого урока? Нужно быть аккуратным. Так, откуда они здесь появляются? Так, нужно идти на пролом. Аккуратно, Влад. Всё. Так, блин, кто? Да, когда ты умер? Нет. Сзади крипер, я его убью. Беги! Три сердечка. Читащит. Три сердечка. Ты лучше рот свой прикрыл, пока я тебе не помог. Так. Куда пойдем? Боюсь. Слушай, зачем? Вот я хочу тебя еще раз спросить. Зачем мне зелье отравления, если зелье отравления на мобов не действует? Ну почему ты? О, алмазик! Крипер! Уйди от наш! Уйди от этого механизма! Уйди! Тебе здесь не рады! Паук! Уйди от этого механизма! Тебе здесь тоже не рады! Так, что, мы поставим порталы? Мама! Мама! Помогите! Помогите! Так, все, я залезаю сюда. Главное, в этой двери долго не стоит, а там на тебя лава слепит. Раз. Но в следующий раз ты уже не сможешь от нее бежать. Хе-хе. Оп. 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 Шака, я хочу туда пойти. Жака! Шок. Иди ко мне. Ты где? Наверху. А что там? Что там наверху? Иди ко мне. Подожди. Надо залезть. О, пошли туда, на пролом. Или там типа дверь должна открыться. По идее, когда мы сейчас поставим, должна дверь открыться. Там для слабаков, ты согласен? Нет, Влад. Чего там слабаков? Все, пойдем. Пойдем, знаешь куда? Давай выйдем из этой пещеры. Давай. То есть... Кстати, нам... я вспомнил, тут еще нам что-то писали. Типа сказали, там где-то монумент победы, где-то наверху должен быть какой-то домик, в нем должна быть кровать, что-то такое. Мы в ней поспали. В ней, да. В ней, да. Ты что, мы знаешь, я внутрь под одеялкой спим? Да? Да. Зелье силы. Это... Ничего. Ай-яй-яй! Крипер! Ух! Ты видел? Круто, это как лифт, так, знаешь, подпрыгивает. Так, куда идем дальше? Где домик? Не знаю. Нас обманули. Подписчик, конечно, спроси. Ля-ля-ля-ля. Или он говорил там, где начинаете, мы что-то не помню уже. Подписчик, ты нас слышишь? Видите, мы считаем ваши комментарии, мы их внимательно прочитываем, потом мы их запоминаем, проверяем. Где они находятся? Не знаю, подписчик где находится? Нет, слушай, нет. Смотри, какая-то гора. Вторая. Где? Идем на пролом, прям внутрь, ведро этой горы.
Дом труда. Я это помню, этот тростник. Мы в этой горе были. Знаю. Ну ладно. Ой, скоро. Да. Тут, по-моему, как раз были гасты. Я голоден. Я умираю, Жека. Подай хлебушка. Влад, там твой любимый, моб. О, здорово, братин. Чё, ПВП? Чё, здорово. Как дела? Ой, понимаешь? Почему не сзади меня? При приветствии нужно сжать руку, а не убегать с места приветствия. Я слушаю эфритов. Я слышу огонь. Я слушаю эфритов. Ты слушаешь эфритов? Я слышу какие-то... Это эфрит. Подожди, давай наверх залезем, там какой-то... Они под нами опять, я прям слышу. Слушай, давай залезем наверх, там снег. Там какой-то, знаешь, звук... Да это эфриты. Нифига себе эфриты. Ты вообще что ли в Майнкрафт не играешь? Ты ещё не знаешь, как говорят эфриты? Они так... Вот тут. Это вот. Гора Эверест. Мы покорили её. Я понял, Жак, надо копать под собой. Сама ты издеваешься! Я не верю в чудеса, но не в машину. Ой, блин, я даже как какался. Копаю, полетел такой, бум. Вот ты все. Аккуратно, аккуратно, тут я, аккуратненько. Слышишь? Ифритов слышу, да. Они как будто с ней вообще. Я кажется, как будто не с вами. Мне кажется, не под нами. Нет. О, вон они! Ломай спавнер! Yes! Подожди, поесть надо. Ты убил их? Ой. Еее. Буду гореть. О, тут нет лавы. Спасибо, спасибо, Ротор. Еее! О, смотри! Смотри! У тебя много хп? У меня полный почти. Нет, у меня не полный. Ты что сделал? Давай ты будешь ей сражаться, на.